«Стой, мины!» – такие таблички, 1000 штук, получило Министерство обороны ДНР от Международного комитета Красного Креста. А еще 12 километров колючей проволоки для ограждения заминированных участков. Табличками и спецограждением оборудуют территории рядом с КПП в направлении тех участков, которые подконтрольны ВСУ. В частности, предупреждающие знаки установят в районе поселка Александровка на западе Донецка. Именно его накануне из минометов активно обстреливали украинские силовики. Поэтому таблички и ограждения необходимы, в первую очередь, для безопасности мирных жителей. Мы очень благодарны данной организации за то, что они нам помогают в предоставлении таких материалов, и плюс непосредственно, если мы говорим, на блокпостах, где люди пересекают линию разграничения, где очень опасно, уже были случаи подрыва и смерти гражданского населения.